Стоять! Покажи разрешение. Для гольфкара нужно разрешение? Я доложу директору. Слушай, пацан, ты не понимаешь, какая у тебя власть. Ты каждый день терпишь унижение и побои. Ради чего? Рекомендации в универ? Вместо того, чтобы жаловаться директору, надо извлекать выгоду из своего положения. Например, скажи мне, что ты не пожалуешься, если получишь эту тачку. Правда? Может быть.